Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Тимерлан Жургенов. А расскажите, пожалуйста, немного о себе. Ну, мне 18 лет, я учусь в Ресево, Латвии. Я родом из Казахстана, Алматы. Ну, все. На каком факультете учитесь? Я учусь на факультете аудиовизуальное медиаискусство. А как долго будете учиться? 4 года. Какие языки знаете? Я знаю русский, казахский, английский, да и все. А какой из них ваш родной? Государственный, русский, а родной – казахский. А учитесь ли вы на английском языке в РСЭБО? Только на английских курсах. А тяжело ли воспринимать лекции на английском? Нет. А читать? Нет. Книги? Нет. Что вы думаете о системе изучения английского языка в РСЭБО? Ну, я думаю, она прекрасная. Нуждаетесь ли вы в каких-либо дополнительных занятиях или лекциях? Нет, я думаю, нет. Достаточно основной, да, учебный? Да. А почему вы выбрали именно Латвию? Мой друг учится здесь 2 года, и он мне посоветовал сюда приехать, и ну, я приехал и не разочаровался. А почему выбрали именно университет РСЭБО? Ну, также мой друг посоветовал. Ну, я искал конкретно университеты с курсами режиссуры и, ну, что-нибудь вроде того. А возникали ли какие-либо сложности в начале обучения здесь? Ну, сложности были только с получением визы. Я долго не мог ее получить, а так нет, никаких. А есть ли какая-либо существенная разница между тем, как преподают у вас и здесь, в Риге? Нет, я не замечал. И там хорошо преподают, и здесь. А уже сложилось какое-либо конкретное мнение о преподавателях? Да, они все отличные. Все до одного. А вы как-нибудь планируете свое свободное время после учебы? Нет, к сожалению, никак. Как-то все спонтанно. А для вас достаточно, да, основной учебной программы и в никаких дополнительных лекциях или практических занятиях не нуждаетесь? Ну, пока на данный момент нет. А какой у вас главный источник доходов? Сейчас. Моя мама. А какова, ну, примерная стоимость вашего проживания здесь? 86 лат. Ваших доходов хватает для проживания и обучения здесь? Да, вполне хватает. А каковы ваши планы после окончания университета? Ну, я пока сам не знаю. Я же только начал учиться, в принципе. Там посмотрим. А будете ли вы рекомендовать университет РСЭБО по приезду домой? Да, конечно, всем. А имеете ли вы на данный момент медицинскую страховку? Да, имею. А где вы живете на данный момент? Я живу в общежитии, называется Аполенис. Находится на улице Лауас и Ела. Лауас 2, неважно. А комфортно ли вам в месте вашего проживания? Да, вполне комфортно, да. Как вы проводите свое свободное от учебы время? Чем занимаетесь, как отдыхаете? Ну, я очень люблю спать, есть, да и все, в принципе. Вся моя свободная жизнь. А участвуете ли вы в каких-либо общественных мероприятиях от РСЭБО? Да, я являюсь участником команды КВН от РСЭБО. Она так и называется, РСЭБО. That's all. Все, что мне говорить. А было ли какое-либо хобби, которым вы занимались в Казахстане и по приезду в Ригу продолжили? Да, в Казахстане я очень любил кёрлинг. Каждую пятницу, наверное, ходил. Ну вот. Здесь я пока не нашел нормальных мест кёрлинга. Но планируешь? Ну да, я помню. Спасибо.